Здравствуйте, вы смотрите специальное интервью. 30 августа в Московской области состоялся внеочередной съезд торгово-промышленной палаты региона. Вот сегодня об этом поговорим. Здравствуйте, Виктор Иванович. Здравствуйте. Расскажите, чему был посвящен съезд, какие основные цели и задачи сегодня стоят перед вами? Вчера в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в Москве состоялся внеочередной съезд Торгово-промышленной палаты Московской области, на котором были утверждены изменения в устав, и в том числе прошли выборы нового президента Торгово-промышленной палаты Московской области. Кто им стал? Им стал Денис Евгеньевич Французов, который до конца 2019 года был президентом Торгово-промышленной палаты Красногорска, а 2020 год и вот по вчерашний день был президентом Торгово-промышленной палаты Курской области. Вот фактически переизбран новый состав совета палаты, правления палаты, поэтому, можно сказать, начинаем новую жизнь, но она непосредственно проистекает из всего того, что было достигнуто предыдущим президентом Игорем Евгеньевичем Куимовым, и он остается членом совета палаты, поэтому преемственность будет обеспечена. Какой вектор сегодня в развитии торгово-промышленной палаты видит новая команда, новое руководство? Ну, какие задачи стоят перед вами? Что, да, я подчеркиваю, что это не совсем новое руководство. Оно во многом осталось в прежнем составе. И Денис Евгеньевич нам не посторонний человек, а человек, хорошо знающий Московскую область, имеющий большой опыт руководства теперь уже и региональными торгово-промышленными палатами на основе своего курского опыта. А задачи, собственно говоря, были определены еще на съезде ТПП Российской Федерации в феврале этого года. Наша задача максимально минимизировать потери, которые произошли из-за введения всех ограничений, в том числе для бизнеса, в связи с новой коронавирусной инфекцией. И, конечно же, привлечь к деятельности торгово-промышленной палаты новых членов, сосредоточиться на поддержке малого и среднего предпринимательства, выступать в качестве инициатора законотворческих инициатив, которые бы отвечали требованиям, чаяниям бизнеса. Ну и если говорить о направлении деловой активности, одна из ключевых задач – это развитие экспорта, развитие потенциала нашего производства, который мог бы удовлетворить потребности тех ниш, которые открылись, опять-таки, в связи с пандемией. Ведь и на внешнем рынке многие производители были вынуждены либо приостановить производство, либо ликвидироваться. Ну, как говорят, для кого кризис – беда, а для кого новые возможности. Вот этими новыми возможностями нам необходимо пользоваться. Поэтому внешнеэкономическая деятельность будет одним из важных направлений нашей деятельности. Виктор Иванович, на ваш взгляд, все-таки удалось ли одинцовскому бизнесу, бизнес-сообществу оправиться от пандемии? Вопрос сложный. Трудно сказать, что одним словом, что мы оправились от пандемии, потому что, безусловно, последствия еще долго будут сказываться, плюс как оправиться от того, что еще не закончилось. И ограничения сохраняются, и масочный режим сохраняется, и все ограничения, связанные с вакцинированием. Мы понимаем, что сейчас требования Роспотребнадзора, чтобы не менее 60% работников было привито. Но все-таки бизнес-сообщество – это как раз, наверное, те люди, которые одними из первых выполняют все требования Роспотребнадзора, понимая, насколько это действительно важно, в первую очередь, для их клиентов и их посетителей. Да, это то, что касается социального бизнеса, это и общий ПИД, это и образовательные организации, детские сады, в первую очередь частные и государственные. Но в любом случае это ограничение, и не без
эксцессов это все происходит. Есть люди, которые принципиальную позицию занимают, не желая прививаться. Поэтому всегда есть нюансы, есть конфликтные ситуации, которые, конечно, полностью предотвратить невозможно. Если говорить о мерах поддержки, сохраняются ли они на сегодняшний день, которые были после первой волны, вторую волну? Вот что сегодня? Как бизнес-сообщество в этом плане поддерживается? Знаете, главным образом сейчас действуют меры поддержки, которые были и до пандемии, и во время пандемии. Они сохраняются сейчас. Это в первую очередь субсидии, которые выдаются и на региональном уровне, и на нашем муниципальном. Вот закончился первый тур конкурса на получение субсидий для малых и средних предприятий в Московской области. Сейчас мы, собственно говоря, вступаем уже в муниципальную часть, то есть идет прием заявок от предприятий Одинцовского городского округа в администрации нашего городского округа на субсидии муниципального уровня. И мы рассчитываем на то, что объем субсидирования будет не меньше, чем в прошлом году. В прошлом году 17 компаний получили более 20 миллионов рублей, что стало, собственно говоря, хорошим подспорьем для развития нашего бизнеса. Вы уже сказали о том, что пандемия на разный тот или иной бизнес по-разному совершенно... Разное оставило след, разное оставило отпечаток. Для кого-то это действительно были новые возможности, в частности, для развития, наверное, компаний, которые оказывают туристические услуги на внутреннем рынке. И сегодня к этой теме тоже большое пристальное внимание. И я знаю, что в середине сентября в Одинцово пройдет первый форум. Расскажите, пожалуйста, об этом. Туристический сектор, конечно же, один из самых пострадавших. И сейчас, когда мы видим закрытие наших внешних границ, ну да, постепенно что-то открывается, но тем не менее это не отвечает, не тот объем, да, ну, не отвечает тем говоря. Требованиям и потребностям наших туристических компаний. Поэтому естественным образом туристическая сфера обратилась к внутреннему туризму. И вот одна из наших задач в Одинцовском городском округе – формирование инфраструктуры, формирование системы въездного туризма к нам сюда. У нас есть вот в этом плане перспективы? Мы интересны с точки зрения туризма, как вы считаете? Безусловно. Но у нас интересные исторические места. Ну, один Савино-Сторожевский монастырь чего стоит. Елизаветинские места вдоль Рублевского шоссе. Конечно же, парк «Патриот», большие «Веземы». Но их можно перечислять и перечислять. И правильное реструктурирование сил с выездного туризма на въездной – это одна из наших задач. Это требует профессионального персонала, это гиды, в том числе и переводчики, и выстраивание связи между гостиницами и туристическими логистическими компаниями. Соответственно, именно этому и будет посвящена первая туристическая конференция, которую мы планируем провести в середине сентября здесь, в Одинцово. И мы ждем профессиональных докладчиков, которые расскажут нам... Кто будет в качестве спикеров, кого хочется заполучить? Ну, у нас будут представители федеральных органов власти, будут представители туристических компаний и IT-компаний, которые производят контент и производят программное обеспечение для современного цифрового подхода к созданию туристических направлений. Поэтому я рассчитываю на то, что будет порядка 100-120 человек, участников. Предполагается несколько круглых столов, собственно, по направлениям. Это гостиничные, индустрия гостеприимства, гиды, переводчики, ну и так далее. Виктор Иванович, традиционно торгово-промышленная палата Одинцовского округа в преддверии начала нового учебного года проводит благотворительные акции. Кому в этом году вы помогли собраться в школу, подготовиться на отлично? Мы постарались не упустить этот важный момент, да, это традиционная акция. В этом году мы помогли организации «Луч надежды», собрали рюкзаки с полной начинкой для
первоклашек, помогли нескольким многодетным семьям также подготовиться к тому, чтобы встретить новый учебный год в полной готовности. А что бы вы пожелали вот тем первоклассникам, для которых мир знаний только-только начинает приоткрывать свою завесу? Вы помните, как вышли 1 сентября в первый класс? Честно говоря, не помню. Но я думаю, что что пожелать первоклассникам? Главное, чтобы у них укрепилось желание получать новые знания, смотреть на мир открытыми глазами и постараться получить максимум того, что им дают преподаватели, чтобы это было максимально интересно, социально, активно и не упиралось все в гаджеты. Ведь чтобы именно это было им в будущем управлять нашей страной, нашими городами. Да, я с этим согласен. И, конечно, сейчас тяжело смотреть на то, что мы пока имеем. Хотелось бы, чтобы будущие поколения, кто в этом году пойдет в первый класс, были более активными, чем нынешнее поколение, которое заражено тиктоками, инстаграмами и прочей ерундой, которая отвлекает от нормальной активной жизни. Ну, мы будем надеяться, что таких, конечно же, будет немало. Дай Бог. Безусловно. Дай Бог. И мы, в свою очередь, все для этого делаем, в частности, вы. Еще одна благотворительная акция состоится в сентябре. Расскажите об этом проекте. Да, в сентябре мы помогаем фонду, благотворительному фонду «Шаг вместе», поддерживающему детей больных ДЦП, организовать благотворительный баскетбольный матч, который пройдет в спорткомплексе «Мегаспорт Крылатская». Но в нем примут участие, в этом мероприятии примут участие дети из Одинцовского городского округа. Они будут в качестве гостей. И мы сейчас проводим активную акцию по привлечению потенциальных спонсоров для поддержки этого интересного спортивного мероприятия. Это будет уже 9-я по счету подобная акция этого фонда, созданного известным актером Гошей Куценко. Вот мы рассчитываем, что оно привлечет внимание. Приглашаем всех принять участие в этом, потому что это абсолютно открытое, бесплатное действие, которое наверняка запомнится всем и гостям, и зрителям. Виктор Иванович, и в завершении программы, вот ну прям буквально несколько моментов, что ждет в будущем предпринимательское сообщество Одинцовского округа? Какие основные сейчас планы, шаги делает торгово-промышленная палата муниципалитета? Торгово-промышленная палата не изобретает ничего нового. Мы продолжаем нашу деятельность по сплочению бизнес-сообщества, приглашаем новых членов к вступлению в торгово-промышленную палату, объединяем и обеспечиваем взаимодействие на нашем местном территориальном уровне между предпринимателями, стараемся решать их проблемы, которые возникают. Сейчас в связи с пандемией много проблем, в частности, использование зарубежной рабочей силы. К сожалению, такой факт есть, и у нас потребность, она никуда не делась. Это серьезная проблема для бизнеса. Есть и проблемы с проверками, которые так или иначе, несмотря на объявленные моратории, существуют, и без этого никуда не деться. Но самое главное – это сохранение желания бизнесменов активно развивать свой бизнес и не забывать о своей социальной ответственности. Вот это, наверное, самое важное. А с точки зрения нашего функционирования как торгово-промышленной палаты, как органа общественного формирования позиции бизнеса и донесения этой позиции до власти, конечно, наша задача состоит в том, чтобы максимально облегчить ведение бизнеса и постараться минимизировать те неожиданные изменения в законодательстве, которые, ну, честно говоря, наносят большой вред и дестабилизируют бизнес-климат. У нас законотворчество
поставлен на такой поток, что порой не только мы, но даже надзорные органы не успевают следить за вновь появляющимися распоряжениями и регуляциями, которые во многом мешают ведению предпринимательства. Поэтому наша цель с этой точки зрения донести до наших властных структур сделать мораторий не только на проверки, а и на свое законотворчество. Дайте пожить в понятной деловой среде хотя бы год. Ведь бизнес – это действительно свободное предпринимательство, которое требует определенной гибкости. Когда этот сектор загоняют в очень жесткие рамки, ничего хорошего не получается. Виктор Иванович, спасибо за откровенный разговор. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.